Всем привет, с вами я, Клип, и сегодня мы делаем обзор на автобус Етонг. И, соответственно, не только. Кстати, Глеб, это не Етонг, а Зонтонг. Полена, ты тупор... Так как я даже в самом видосе не смог нормально приветствие сделать, поэтому вот эти огрызки с этой выставки будут, возможно, вам будут казаться каким-то вообще невзаимосвязанными, поэтому извиняюсь. А также извиняюсь за какие-то пылинки в кадре. Нет, я не забыл потереть камеру перед съемкой, это просто мне так кривожопо, мягко говоря, поставили стекло на камеру. Ну, не суть важно. Так, ну и прямо сейчас на монтаже я решил, что первым покажу вам Зонтонг. Этот фрагмент снимал Ярик, я стоял фон. Ссылка на канал Ярика будет в описании, подписываемся, я ему благодарен. Спасибо. Что ж, в общем, нам его специально включили для обзора, мы любезно попросили. Это единственный автобус, который действительно полностью работает, его можно запустить, открывать дверь, включить освещение, все такое. Да, как это было на других выставках транспортных, наши автобусы полностью обесточили уже вот к концу выставки, а здесь мы любезно попросили, нам включили. Я скажу больше, нам специально включили этот автобус, он был обесточен, но да. Нам его специально включили. В общем, давайте пройдемся по салону, вот у нас кнопочки стоп. Кстати, они почему-то не издают звук в салоне. Ну, может, там какая-то индикация есть. Ну, сейчас мы перейдем к двери. Да, давай. Ничего себе, очень быстрый привод, даже намного быстрее, чем мой первый. В общем, задняя накопительная площадка вот такая вот высокая, даже несколькими уровнями, даже вот три разных уровня. Вот, сзади они кнужитель. Да, здесь сиденьям что-то не поставили, хотя могли бы, ну, здесь какое-то служебное, типа, ну, здесь заперто. Вот, очень мягкие довольно такие сиденья, дизайн хороший. Вот, здесь у нас есть специально помеченные красные сиденья для инвалидов и все такое. Вот, вот эту штуку повернуть, тут дверь можно закрывать руками, но так как сейчас автобус, у него ток включен, то мы не сможем ее открыть руками, только когда обесточен. Он работает на пневматике, можно двери руками закрыть. Вот. Значит, вот у нас кабина. Здесь она полностью тоже работает. Здесь можно включать освещение сзади и спереди. Двери у нас тоже работают. Как видите, можно показывать работу дверей. Вот. Вот такие вот штуки. Давайте закроем вот эту дверь. Здесь у нас показано время, вот здесь медленно-медленно текст на английском переключается на табло. Не знаю, как его здесь менять, пока что информационные системы выключены. Вот, к сожалению, здесь светильники руля абсолютно везде заблокированы, но в целом кабина полностью рабочая. Вот, и, кстати, когда садишься на сиденье, оно очень прикольно поднимается, опускается, прямо вот такая автоматическая, можно сказать, артикуляция. Здесь у нас, естественно, автомат, вот у нас РНД, передачи переключать. Вот. И вот такой вот у нас здесь салон. Можно запереть дверь. И у нее есть автодоводчик. Сама закрывается. Вот такой вот, короче, этот Жетонг, Ютонг. Кстати, Глеб неправильно в начале видео сказал, это не Ютонг. Слышь, говорю, ты, походу, неправильно сказал, это, ну, не Ютонг, это какой-то жетонг, затонг или жетонг, вот. Здесь у нас какой-то на маршрут указателя South Tower Passenger, что-то такое. Да, логотип достаточно интересный. Вот, и вот так вот он выглядит спереди. Вот, все, его нам обесточили. Вот. В общем, поблагодарим работников за то, что нам специально включили его, чтобы мы сняли такой обзорчик небольшой. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Ну, это единственный автобус, где было такое высокое качество обзора. В остальных же автобусах, КАМАЗах, ЛиАЗах следуют эти вот просто максимально мерзкие надзиратели, которые говорят, это не трогай, то не это, что не это. Двери открывать, закрывать тоже нельзя. У некоторых автобусах, даже сказал бы у большинства, кабина вообще заперта.
То есть нельзя посмотреть кабину. Так что такое себе. Ну а китайцы молодцы. Они не только не стали нам какие-то замечания делать. Вы что там, что-то трогаете. Что-то так нельзя. Они специально для нас включили автобус, чтобы мы все это показали. Молодцы. Подмосковный автобус. Мы это ждали. Классно. Красивенько. Конечно же, такое на дорогах Подмосковья появится минимум через... Ну, не появится вовсе. Так. Сидушки? Все делал в спешке, ибо мало времени. Извиняюсь. Так вот. Когда они появятся, опять же. Так, салон. Зарядки. Ну и, собственно, сами места. В принципе, тот же московский КамАЗ, но с другой... Что такое? С другой обивкой сидений. Немного другим оформлением. Ну... Короче, для Питера создано, вон, да, вот валидаторы тоже питерские. Давайте вот еще на эти места сядем. Конечно, не совсем удобно. Ну, машины прикольные. Если подлокотники есть. Эти тоже сядут. Упирается немного. Я не тот человек, который... Вот такая вот. Все нормально. Так, сиденье для инвалидов опять же. Кто так? City Max 9. Давно хотел в нем побывать. Вот и побывал. Водительское сиденье. Так. Здесь эту стойку убрали, сделали дополнительные места. Задняя часть. Так.
Давайте все мы назад краски сядем. Смотрим, как сидится. Сидушки очень мягкие. И отсюда открывается такой вот вид на автобус. Нет, нифига она не низкопольная, а высокопольная. О, это уже что-то из разряда нормального. Место для ног есть. USB розетки есть. Подлокотник есть. Форточки есть. Все есть. Идеальная машина. Так, ну и, во-первых, место для пассажира максимально удобное. Вот это вот самое удобное в этой маршрутке. Ноги хоть как ставь. Вообще пофигу. О, блин. Вот оно. Ну и давайте теперь сядем на место царя. А, блин. Вот как-то так. Ого, смотрите, мы нашли МАЗ 350-й, пошлите. Но зайдем. Застряли опять какие-то мужики, как обычно, придется через этот вход заходить. Пошлите, посмотрим. Ну в этом дело, посильнее, поменьше. Давайте сядем. Сидушки очень интересные на ощупь. На СМР, блин. Окей. Как-то так. КамАЗ Вега. Что-то очень интересное явно. Потом надо будет обязательно сфоткать. Это что-то из серии ПАЗ Вектор Next. Родина Вектор Next. Ну, вот как-то так. Водительское сиденье. И салон. Салон вот такой вот. Короче, просто ПАЗ Вектор Next. На максималках. Ну, вот как-то так. Эти сидушки мне очень нравятся. Прикольные. И места для ног очень много. Также форточки. И низкопольная площадка, где есть тоже дополнительные вот такие вот сидушки. Сядем. Ну, как-то так. Так, вот это вот сиденье друг напротив друга. И за ног. Достаточно. Блин, мне вот интересно, как сидится на этих сиденьях. Интересно. Интересное расположение. Ну, дверь, конечно, будет упираться, но как без этого. Thank you.
междугородного Golden Dragon. Пошлите. Салон. Начнем с водительского. Вот так оно выглядит. Сиденье само поднимается. Руль. Кнопки, опять же. Сейчас я это уберу. Так, руль. Панель управления. Опять же, ни в чем не разбираюсь, просто показываю вам все на вид. Пошлите дальше, вот такой красивый салон. Кстати, давайте посмотрим, как вообще сидит все, когда у тебя такой вот ящик вначале. Нет, вообще неудобно. Все упирается. Сейчас покажу мое любимое место в этих автобусах. Что-то упало, что ли? Вот. Вот оно. Здесь такая штука для ног. Здесь как бы удобно. Сеточка. Похоже, ходит на 372-м маршруте. Дом Трансавто. Сейчас уже мост Трансавто. И такие, соответственно, не ходят. Сейчас на нем ходят обычные Лиазы. К сожалению. Так, подлокотник. Почему-то не могу его зафиксировать. А, вот, зафиксировался. Вот, самое удобное положение. Так, и самые неудобные места в этом автобусе, это, конечно, вот эти. Ну, если не учитывать вот те, где есть ящики. Это, конечно, вообще пипец. Вот, опять же, ноги упираются. Ну, а так красивенько, да, ничего не скажешь. Так, ну еще раз посмотрим на место водительское. Второе довольно прикольно. Выходим. Давайте осмотрим его снаружи. Ну, вот как-то так. Снаружи, конечно, он довольно высокий. Задняя маска. И вот так вот все. Извините, конечно, за качество. Такой формат впервые вообще записываю. У меня же лифты обычно. Вот такие обзоры я довольно такие вообще никогда не снимал. Так, дальше. Golden Dragon. 606-1122. Заходим. Так, вот здесь уже, конечно, не так все красиво. Но сейчас мы это все рассмотрим тоже. Так. Здесь вот такая вот панелька. Прикольно. Как это? Здесь вот такая вот такой экран прикольный, я забыл, как он называется, опять же, не эксперт. Вообще, в принципе, по машинам. Руль. Перенажимание на что? Хорошо. Так, ну салон практически то же самое, только, конечно, не хватает вот этой подсветки, которая в прошлый раз здесь была. Опять же, вот мое самое любимое место. Здесь уже кто-то вот уже сидушку, конечно, прокинул. Так, здесь вот эти шторки. Ну и, собственно, само сиденье. Вот. Вот это, кстати, максимально просто похоже на, опять же, вот эти автобусы, которые до недавнего времени ходили на 372-м маршруте. Вот так вот. Ну, больше я, в принципе, не знаю, что здесь показывать. Локотники, опять же. Ну и давайте сверху посмотрим на водительское сиденье. Ну, вот такое.